Всем привет! И сегодня мы проходим карту Minecraft Skyblock из пиральных лаки блоков. И сегодня мы проходим такую карту. Скачать карту можно по ссылочке в описании под моим роликом. Это необычная карта у нас. Мы сегодня играем за кого, угадайте? За снеговика. Вот, мы сегодня играем за снеговика в Майнкрафте. Скачать такую карту можете по ссылочке в описании. Вы тоже будете играть за такого же моба на такой карте. Карта весит немного. 42 мы были, не 42, там 38. Но это, конечно, немного для меня. Да, немного карта весит. Здесь очень много всяких модов. Но всяких много предметов интересных. Давай-ка прочитаем, что здесь у нас написано. Скайблок из лаки блоков. Карта у нас надолго, запомните, да? Так, давай-ка посмотрим, что у нас здесь лежит. Лежит. Так, так, доски, динамит, какие-то яйца. Так, ну это положим, это какие-то мобы у нас опасные. Так, давай-ка возьмем. Так, это у нас, у нас это ящик. Это у нас мебель, да, это у нас мебель. Так, давай возьмем эти шалкера. Так, давай-ка возьмем эти шалкера. И тотем. И лаки-блок. Так, здесь что у нас? Здесь у нас тоже полезные ресурсы, тоже тотемы. Так, ну дальше бесполезный ресурс. Так, у нас здесь еще лежат книги. Понятно. Так, давай-ка посмотрим, что у нас здесь лежит. О, здесь у нас лежат какие-то дома. Это у нас дома, да. Это у нас библиотека. И только это у нас все дома. Давай-ка мы построим вот такие дома. Мы такие дома еще даже никогда не смотрели. Так, мы взяли доски и построим на этой стороне. Надо сначала построить дом. Да, я вам правду говорю, сначала строить дом. Привет. О, нет! Ой-ой-ой. Возрождение, возрождение. Больше он на нас не нападает. Это хорошо. Пусть будет нашим защитником от разных опасных мобов. Давай-ка тебе заспавню. Заспавню каких-то опасных мобов. О, кстати, что-то я нашел здесь. Погоди-ка. Что-то новенькое. Что это? Что это? Что это? Что это? Так, 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 так. Опа, смотрите, я какую-то секретную комнату нашел. Так, давай-ка посмотрим, что у нас здесь есть. Давай-ка все сломаем. Здесь. Это у нас секретная комната. Смотрите. Так, давай-ка мы здесь все заберем. Компьютер. Так, здесь у нас тоже есть ресурсы какие-то. Так, какие ресурсы нам можно выкинуть, которые нам не нужны. Да уж. Так, давай-ка вот это возьмем. Вот эти прикольные, да? Тотем бессмертия. А тотем бессмертия нам тоже нужны. Так, тотем бессмертия нам тоже нужен. Если что, если вы знаете. Мы же, у нас же два сердечка. Это очень мало. Два сердечка это очень мало, кажется. Да, все знают. Так, давай-ка сейчас поднимемся и построим там дом. Надо подальше от скайблока, чтобы не задеть скайблок. Ну, чтобы были лаки-блоки, ну, чтобы не задеть сундуки, там, не знаю. Подальше надо делать, сейчас покажу, какой масштаб у него. Даже давай-ка здесь построю, поближе к скайблоку, если только ничего не случится. Давай-ка синенькую вот такую. И поставь где-то, ну, где-то вот здесь. Давай-ка я для, на примере покажу, что все задевать может. Просто вот так. И построю здесь. Ох, хорошо. Чуть не прикольная какая-то. Давай-ка еще одну построим где-то. Какая-то не очень, да? Да, давай-ка еще одну построим. А теперь фили... вот такой цвет. Опа, вот этот крутой, смотрите. Даже залагало все сейчас. Вот, смотрите, близко к скайблоку. Если на скайблоке эти построить, все это заменится на другое что-то. Вместо скайблока будет вот это. Представьте, не, я такой не хочу. Я не хочу, чтобы заменялись блоки на другое. Надо построить подальше от скайблока, да. Хорошо, что не задело. Это очень хорошо. Не надо, чтобы задевало. Так, давай-ка посмотрим, что у нас здесь лежит.
самолеты, газель. Вот смотрите, что за газель у нас. Давай-ка его поставим здесь у нас. О! Дверь закрыта, надо ключи нам. А, ну вот они ключи. Конечно, здесь кататься не очень хорошо. Ну ладно, давай-ка здесь мы запаркуемся. Давай-ка, все. Все. И заглушить надо. Так, как здесь? Пусть стоит. Вот, смотрите, как красиво выглядит. Так, давай-ка посмотрим здесь. Так, здесь у нас, телефоны, тотемы и остановщик времени. Вот это нам нужно. Дальше. Так, здесь что у нас? Здесь у нас, ресурсы, просто ресурсы. Они, конечно, могут пригодиться, но для меня они бесполезны. Тоже давай-ка возьмем. И еще. Так, здесь у нас дома. Здесь у нас дома, кстати, для дракона. Так, давай-ка еще посмотрим. Вот. Так, здесь ничего. Здесь у нас, тоже для домов. Тоже дома. Так, здесь стать игроком. Как стать игроком? Никак. Мы навсегда снеговики. Снеговик. Мы всегда будем снеговиком. Кстати, а куда тотем? А, вот он. Я думаю, куда он сбежал. Голем наш. Все, давай-ка ломать лаки-блоки. Смотреть, что с них вообще выпадает. То есть, с них выпадают полезные ресурсы, как бы. И бесполезные ресурсы. Полезные ресурсы это как бы вот. Что я вам и говорил. Ладно, давай-ка поломаем эти лаки-блоки. Все равно оно ничем не меняется. Давай-ка. О, какие-то фаерболы да выпали. Давай-ка еще сломаем. Что это было? Ничего. О, нет! Это... Ой-ой-ой-ой. Меня убили. Отстаньте от меня, я буду всегда... Я всегда на это буду убирать теперь. Нихана. Бежим. Надо нам активировать. Смотрите, сейчас я ломаю лаки-блоки. Так, здесь слезди. Надо еще ломать лаки-блоки. Смотрите, сколько у нас много лаки разных блоков. Так, о, это у нас какая-то какие-то ботинки какие-то, тортики выпали нам. Иногда выпадают хорошие вещи, иногда плохие. Я хочу вам дать совет. Если вам дается лаки-блок красного цвета, там что-то написано, ну, лучше, не знаю, что я сделал вообще, почему здесь такое здание заспавнилось. Можно его пройти и заодно еще поломать лаки-блоков еще у нас. Так, давай-ка их сломаем еще, лаки-блоки, ой. Как бы по пути сломаем лаки-блоки. А что у нас здесь заспавнилось вообще? Давай-ка посмотрим. Опа. А, это здесь просто уровни проходить, да? Давай-ка еще. Как я мог попасться на это? Так, здесь очень много всяких слизи. Давай. О, а если этаж был, что будет? Вот просто нажать вот. Нет, ты не нужен мне. Отстань от меня просто. Отстань от меня. Пусть она от меня отстанет. Дальше давай проходить уровни. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Ну, здесь там только вот так. Нужны, да, просто блоки, чтобы проходить. Давай-ка сломаем кнопочку и дальше пойдем. Здесь не надо попасться под эту паутину, так надо прыгнуть.
Все, не попались мы на эту ловушку. Дальше пошли. Здесь легко все проходится. Здесь просто не попадайся под ловушки всякие. Ой, все. Так. У динамит. Сломаем тебя. Вау! Вау, вау, вау! Смотрите, что нам здесь дают. Ну, это не вау, конечно. Ну, ладно. Смотрите, вау! Ну, это не очень так хороший ресурс, но все равно это подарок. О, рыба, фу. Понятно. И что, ради этих ресурсов вы проходили все? А если я даже буду на вот плиту? Ничего не случится. А если на эту? А, да я так и знал! Просто так и знал, что у нас такое и получится, так получится. Опа, что здесь у нас? Так, дай-ка дальше. Сколько у нас здесь много связи? Но мы должны найти один лаки-блок. Сейчас я скажу. Ну, то есть один блок должны найти. Где он здесь находится, один блок, даже не знаю. Очень много слизи здесь у нас. Прям очень много. Так, давай-ка сломаем еще два лаки-блока, посмотрим, что с них еще падает. Интересно, никого такого. Ничего пока интересного. Ой, крипер заряженный. Он сейчас будет. Да ё-моё. У нас здесь очень много чего интересного происходит. Прям очень много чего интересного, что я просто могу умереть. Просто запросто прям. И, кстати, надо еще проходить Майнкрафт здесь. Я вот сейчас покажу, где у нас проходится Майнкрафт. А где-то там внизу сейчас. Спустимся. Сейчас спустимся. Так, вот здесь надо проходить Майнкрафт. Вот. И надо нам сегодня пройти Майнкрафт. Возможно, надо пройти Майнкрафт. Ну, а, ну, это обычный проходилка Майнкрафта. Ничего необычного вообще не будет. Это просто пройти Майнкрафт. Давай поломаем еще лаги-блоки. Ну, а проходить Майнкрафт сегодня, наверное, не будем. Можете сами пройти Майнкрафт. Это, как всегда, просто туда лазишь. Ну, из-за снеговика это будет, конечно, не очень так легко, да? Ну, да, за снеговика. Ну, конечно, с такой бройдой, конечно, можно пройти даже. Да, за снеговика прямо. И это очень круто, да, согласен, это круто. Ладно, на этом все пока-пока. Скачать карту можно по ссылочке в описании под моим роликом. Я вам показал просто обзор этой карты, что здесь вообще есть. В общем, здесь есть секретные сундуки, можно пройти Майнкрафт, ну и много всяких интересных ресурсов, которые можно посмотреть. Это был обзор этой карты, я просто посмотрел. На этом все пока-пока. На этом все пока. Всем пока-пока.